Вопросы есть? Добро пожаловать в сердце Украины. Страна-образующее предприятие. Спросишь, чем мы тут занимаемся? Устраиваем хохла-срач. Тарас, уйди. А ты сядь. Ага. Быстрее. Это наш пиздатейший сотрудник. Придумывает по 200 новостей про российскую угрозу в день. К этому нужно стремиться. Но напишешь хорошее про Россию... Будешь сепаратистом? Да вы чё, я же на Майдане был. Слава Украине! Героям слава! Сейчас будут вам новости. В общем, какой-то такой. Я подарок своему другу собрал на день рождения. Он прямо бредил одно время охладителями пуканов. Теперь у него будет личный. Было штук 30 одних голубых. Да. А сейчас? Вон один сидит. И второй. Супер хай! Я Витюня Делюкс. Я люблю все хэштеговое, люблю все трендовое, люблю все, что сочное и новое. Я не собираю медали и титулы. Я собираю часы. Часы усердной работы. Часы боли. В этом весь я. Я смогу. Да. Триумфа над собой. Таков мой жизненный путь. У меня все получится. Да. Красава! Маша! Маша. Лисичка. Лисичка. А это кто первый? А это кто? Кто это? -2. Собачку спас только что. Видел. Наращенные волосы 45, съемная квартира 50, ногти 10, ресницы 5. Такси ежедневное 600 плюс умноженное на 30. Умеет готовить, он предпочитает есть в кафе 1500 в день. Одежда, аксессуары, косметика 20, парфюмерия 5. Очень дорогие костюмы, обувь для работы, один костюм 15. Ну, в тысячах все это имеется в виду. Вы проститутка? Нет. А кто? Сели, поругался, чем надо делать? Как ты меня запари уже с этой осели! Чего ты взялся же? Просто за советом пришел. Я тебе по этому поводу конкретно 1000 раз давал совет. Ты меня хоть раз слушал? Да. Нет, ты меня не слушал! А она тебе мозги парит? Да. А она тебе по телефону в трубку плачет? Да. А она тебе каждой юбке ревнует? Да. А она тебе изменяла? Да, 2 раза изменяла мне! Ну расстань с тобой с ней! Но я же не люблю. Короче. Как будто не ты встречаешься, а я встречаюсь! Ты сегодня пиво пойдешь пить с пацанами? Я сейчас не в кино. Уйди! Короче, заебал на хуй! Знаком с порноиндустрией?
хотите поиграть в прятки и поискать со мной Дональда? Сами иди ищи, понял? Пи***р. Я знал, что будешь здесь. Неужели ты думал, что... Он будет моим. Алло, я его себе заберу. Да у меня их уже 49. 75. У меня их. 75. Тогда он будет тем более моим. Юбилейный. Иди, котеныш! Это мой покинул, сука! Иди, сука! Чрезвычайное происшествие. Фантастическое известие. Я первая увидела. Я первая заметила. Ты, Катя, мне все врешь. Ты, Катя, просто вредина. Сама ты, Оля, вредина. Краснодонцев 56. Магазин сладких снов. Я первая увидела. Маме там своей побибикой. Кто ты прешь вообще? Так, чуваки, ну что, кто-нибудь девочку пропустит? Ну зеленый же уже горит, поехали, поехали! Спасибо. Тебе сейчас этот гудок в жопу засуну. Ой, извините. Дай пять. Дай пять. Дай. Дай пять. Дай пять. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. You're goddamn right. Скрейтинг занимается профессионал. Ебать. Ты что творишь-то, блядь? Ой, ебанат, блядь. Где детонатор? Говори, где он? Говори, где он? Где я? Где детонатор? Где он? Где он? Не уходи, мы ждали лета, пришла зима, мы отрывались до мороза. Похуй! Похуй пляшем! Стоимость данного вина примерно 2500 гривен. Нахуй надо. 15 Изабелл можно купить и набухаться. Ты где? Пойдем вдвоем с тобой воевать. Давай, давай, пойдем. Голову по Индию, блядь. Давай, давай. А, за Русь, сука, за матушку, блядь. Нахуй. Я раньше как ты сидел. Но потом у меня жопа стала неметь. Да, сука, у меня уже немая жопа, я отвечаю. Немая? Она что, инвалид? Опа, еще одна птичка попалась. На кукан к царю. Green, are you working? No, I'm прогуливать уроки and go club. I'm bad boy. Ребят, значит, захожу я только в столовку сегодня. А нам булочки свежие привезли, прикиньте. Тихо, бля. Я такой набираю, значит, полный карман, и тут меня охрана тормозит. Походу, они не любят булочки. Don't говорить по-английски. Let's go говорить по-русски. У кого-нибудь есть код, ребят? Есть, значит, код.
У меня вот мой кот Китикэт просит, я ему говорю, иди работай, он не понимает. Ну ты его в говно хвой, ты к ним все поймет. Хватит закрыть.